31 октября 2022 Николаевск-на-Амуре посетили сразу двое представителей правительства. Это первый секретарь Хабаровского краевого отделения КПРФ и одновременно он же уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Петр Владимирович Перевезенцев и депутат Государственной Думы Алексей Викторович Корниенко. Такие гости посещают Николаевск очень, скажем прямо, нечасто. И съемочная группа КПРФ выехала в аэропорт встретить гостей и взять у них интервью. Если можно, то говорите эти слова, кто не ошибся. Приехали с рабочей поездкой посмотреть ситуацию в Николаевске, в городе, в Николаевском районе, посмотреть, как функционируют наши подведомственные учреждения, образовательные, воспитательные, как, какие проблемы есть в решении вопросов обеспечения детей-сирот, значит, жилыми помещениями, постинтернатным обслуживанием детей-сирот, посмотреть безопасность учебных учреждений в свете последних событий, которые произошли в Российской Федерации. Ну и вообще, Николаевский район, Николаевск, все-таки надо сказать, что поступают обращения по нарушению прав детей. Вот все эти вопросы, посмотреть, какая работа ведется с семьями, которые находятся в общественно опасном положении, как функционируют органы опеки и попечительства, комиссия по делам несовершеннолетних. То есть вот несовершеннолетних, вот этот весь спектр проблем мы готовы посмотреть. Ну и вторая цель, наверное, на сегодня, и самое важное еще, это посмотреть, понять проблемы, которые есть у партийной организации Николаевского района и города Николаевска. Посмотреть, какая помощь от краевого комитета, что мы можем здесь сделать, чем помочь, наметить пути какие-то развития нашей партийной организации. Ну и мы находимся в преддверии великого праздника, дня рождения нашей революции, Октябрьской годовщины Великой Октябрьской революции. Конечно, вот в этом плане тоже посмотрим, как здесь готовится партийная организация к празднованию этого праздника. Просто представить нашим нижнеамурцам депутата Государственной Думы Корниенко Алексея Викторовича. Да. Спасибо большое. Я как депутат, представляющий регионы Дальнего Востока, и в том числе Хабаровский край, избран по списку КПРФ, сегодня свою региональную неделю начинаю именно с работы в Нижнеамурске. На Нижнем Амуре. Все, я понял. Уважаемые товарищи, дорогие друзья, добрый день. Как депутат Государственной Думы, представляющий интересы избирателей Дальнего Востока, в том числе Хабаровского края, я сегодня региональную неделю свою начинаю работы в Николаевске-на-Амуре, в Николаевском районе. Прежде всего, цель – это увидеть своими глазами те проблемы, с которыми сталкиваются мои избиратели, решить их проблемы. Ну и используя федеральный уровень власти, и в том числе свои полномочия как депутата Государственной Думы, сделать все возможное, чтобы эти проблемы были зафиксированы и все меньше и меньше досаждали нашему избирателю. Поэтому достаточно плотный график работы у нас намечен в эти три дня. Сделаю все возможное, чтобы те вопросы, которые будут интересовать моих избирателей, были получены, ну, дословные подробные ответы. Поэтому приходите, давайте встречаться, общаться, вот, и прежде всего еще и знакомиться. Спасибо. Уважаемые гости нашего Нижнего Амура. Телевидение Николаевск – это не пиар. Это необходимость справедливой оценки реальности. Подписывайтесь на наши ресурсы в Telegram, YouTube, Дзен и Рутуб. Смотрите нас в соцсетях и мессенджерах.